Шар в окошке. Коля заболел, лежит в постели, на шее компресс, в ушах вата, нос от капель щиплет, и никто к нему в гости не придет. Нельзя, заразиться могут. Лежит Коля, глядит в окно. А что с третьего этажа увидишь лежа? Только небо. Редко, когда самолет пролетит, да и то слышно, только слышно бывает, а не видно. И вдруг видит Коля, красный шарик поднялся к самому окну. Поднялся и встал у окна, постоял, стал дергаться, вверх-вниз, вверх-вниз. Что такое, не поймет Коля. Пригляделся, на шарике рожица нарисована. Тогда Коля догадался. Это, наверное, Миша придумал. Стало Коле хорошо. Кажется, пустяк шарик в окошке. А Коля лежит и представляет себе, как Мишка за веревочку дергает. А рядом, наверное, Катя стоит и смеется. И все ребята, наверное, стоят, советы дают. Хорошо, когда о тебе друзья помнят.